остались. Автобусы не пропустили, хотя чудом не пропустили. Мы что хотели пропустить автобус, он буквально начал уже проезжать по моему правую руку, но я успел прокричать. Говорю, останавливайся, останавливайся. И он остановился еще туда вот. Закинули наши чемоданы. Как раз недалеко от алтарщика, от водителя будут в сохранности. Все, собственно, едем. Банан же. У нас еще есть часа три. Надеюсь, успеем. Уже не 100%, но, в принципе, показываем. Вот такой вот кокосик. И, честно, очень вкусный. Честно, очень вкусный. Реально свеженький. Просто то, что нам как раз было бы нужно. Вода, что та вода. Вот, смотрите, куда он дирается. Просто шикарно. Белок. Вот это именно то, что нам было надо. Так что такие старенькие кокосы, они не хуже, они даже получше получаются. Просто надо выждать нормальное время. Сейчас там bem grosso, mas tá bem velho, né? Mais ou menos. Então já tá que nem um coco normal, preto, mas ainda tem a casca aqui. Собственно, увидимся с вами чуть позже. Один автобус. Что будет интересно, если второй автобус будет ехать с другой стороны? Почему снова поехали по какой-то объездной дороге, но уже, видимо, не такой далекой, как там в первый раз. Мы опять заплатили 60 рублей вместо 50, что меня, честно говоря, и навело на размышление, что мы едем как-то не так. Короче, водитель просто как фонаря стучит в дрог пол дороги. Вообще весело, реально. Главное, что быстро, весело. В общем, все норм. Тут все женщины традиционно ходят в сари, очень прикольно. Так действительно, реально все. Вот, по крайней мере, те, которые в автобусе, которые не туристы, явно. Не работают чисто для туристов только. Что хорошо, прикольно. Такой вот красивый вид, скоро мы будем упасть уже. 11:40 у нас всего 2 часа, буквально 10-20 минут до отправления поезда. Так что надо уже очень срочно лететь. Вот так вот выглядит диск из школьницы. В общем, сели мы сразу во второй автобус, но по всей видимости он еще не скоро отправится. А у нас уже час, то есть мы по всей вероятности уже не успеваем. Так что вот так вот. Хорошо, что мы билеты недорого взяли. Посмотрим, сейчас уже будем разбираться. Пока приедем. Странные все-таки дикие индусы ударили вот того вот парня, который просил у нас денежку. Тот, кто, наверное, вот тут вот автобусы заправляет, говорит, типа, забегайте сюда, забегайте туда. Заодно смотрит. Ну, конечно, не очень хорошо. В общем, еще попросил, дал ему 50-ку, он так, типа, вроде нормально прошел дальше, типа, хорошо.
говорю, что 50 за двоих, уже его там назад, сзади, говорю. Он, а, да-да-да, вот 20-ка. Кен. Ну, что? В общем, 20 рублей сэкономили. Лучше денежный кошелек. Не знаю, в общем, скорее всего, мы опоздаем, но у нас еще где-то минут 40 до отправления поезда, и нам еще надо пересесть на еще один автобус и переехать в другой город, то есть полтора города. Нам надо еще проехать. Вот, собственно, так. Ну, посмотрим, в принципе, будем доезжать, смотреть. Труп, как говорится. Пока что очень не хочется одевать на больное плечо. Вторую шлейку 15-килограммового рюкзака. Вот, и что? Ищем Васко да Гама. Вот, наверное, тут. Сори, Васко да Гама? Окей. Васко да Гама? Васко, я. Ке? Да, в общем, сегодня все косяки. Человек говорит, хорошо, да, сейчас. И пошел куда-то. Сказал, подождите 10 минут. В общем, может, еще не успели, но так и будет. Что сделать? Зато посмотрим. Непонятно, пока не придет у него на Васко. Васко? One ticket? Two. Yeah, what's the one? Huh? 397. Open it. Вот, 37 рупий. В общем, мы загрузились как-то так. Вот так вот парни туда сели, на ходу туда выгоняют. В общем, уже точно не успеваем, так что можно не спешить. Уже хорошо. Попробуем поменять наши билеты, получить за них хоть что-то и купить на завтра поезд. A gente já está atrasado, claro, que acho que não vai dar tempo. Para a gente pegar o trem, já são quase uma hora, a gente ainda está aqui em Ana. Chegou, foi até foi rapidinho, foi uns 20 minutos só de Mapsa para Ana. É meia hora. E agora a gente está em outro ônibus. Esse a gente teve que comprar ticket, 37 rupias para cada um.
consegue pegar o trem ou talvez conseguir pegar o dinheiro de volta. Isso é. На силу выгрузились, вот так вот ездят, видите, автобуса, сейчас час 32. Mas ainda pode dar tempo, se o ônibus estiver atrasado. Всего 30 минут мы опоздали, в общем, мы сейчас будем искать нашу ЖД-станцию. Фух, ну поехали искать ЖД-станцию, к минимум надо купить билеты на завтра и попробовать сдать наши. Красивый тут город. В общем, будем куда-то идти. Вот люди тоже ждут поезда, по всей видимости. Тут такие вот скамеечки. Тут куча сладостей продаются. Может, мы еще что-нибудь сегодня попробуем? Interessante essa cidade. Вот это, наверное, же достанется. Резервейшн офис. Pega você. Sorry, our train is gone, you know? Already gone. Hmm? Already gone. Gone? Yeah. And can be refound or not? We can't be refound or... Booking counter. Booking counter. Мужчина подзаряжает в сумке, сидя вообще с другой стороны вокзала, и умудрился оставить тут вот. Интересно. В общем, он сказал, можно на завтра взять такой же билет. Вот, мы заполняем на завтра, на 20 апреля, такой же вот билет. Сказал, что этот менять нельзя, он всего на один день. И как я понял, что будет стоить он 112 рупий, хотя заплатили мы за него 360. То есть, примерно представьте, какую комиссию берут в этих сервис-центрах, как я думал, собственно. Считайте, наверное, в два раза. Но сейчас посмотрим, сколько это выйдет, чтобы не наговаривать на них лишний раз. Сейчас мы заполним. И попробуем купить билет.
за реальные деньги уже на реальной станции. Вот, собственно, все. Как вы уже поняли, следующие подробности и что произошло дальше с нами в путешествии, вы узнаете в следующей серии. Но сразу хочу раскрыть секрет, что это далеко не вся правда о тех билетах, которые мы имели на руках. И на самом деле мы вообще с этого города не могли уехать по данным билетам. И, в общем, как мы это все будем разруливать, конечно же, смотрите в следующей серии. Где мы будем ночевать и в каком городе, самое главное, куда отправимся после этого, куда купим билеты на поезд и так далее. Так что, в общем, подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать, как мы разрулились и куда попали в этот раз. Также не забывайте нас поддерживать, ставить свои лайки, если вам понравилось данное видео. И пока-пока, увидимся с вами в следующей серии по ссылке в описании.